мэрия заключила контракт по отлову бродячих собак с тем же подрядчиком, что и в прошлом году. Им вновь стал частный предприниматель Виктор Версяцкас. Напомню, ранее общественники обвиняли мужчину в жестоком обращении с животными. До 1 декабря этого года подрядчик должен будет отловить 5000 бездомных собак. 4000 из них предполагается усыпить. Остальных животных прооперируют, чипируют и выпустят на волю. Сумма контракта 9 миллионов рублей. Добавлю, в марте мэрия изменила регламент по отлову и содержанию бродячих собак. По новым правилам в пунктах передержки должно вестись круглосуточное онлайн-видеонаблюдение.